Друзья, всех приветствуем. И второй день наших акций. Продолжаем с обзоров керамики Ниндо. На этот раз вот такая вот чайница. Тоже керамика. Глазурь. Верх это кожа. Очень удобно открывается и закрывается руками. Вот, если снять крышку, то можно, в принципе, использовать как вазочку. Отлично подойдет для хранения пуэров. Можно поломать блин или кирпич и сложить все аккуратно в эту баночку. Или какой-то выдержанный чай, возможно, шен-пуэры. Также в течение суток на нее действует скидка 20%. Для заказа переходите по ссылке.